Здорово, геймеры, с вами Мавик. Продолжаем играть после вылета. Блин, 128 часов 49 минут. Я вот не помню, прошлую игру я так же само начинал или нет, со 128 часами. Так, сейчас гляну, где я окажусь. Вылетела игра или нет. Дамы и господин. Так, похоже, все нормально. Все пучком. Вообще как-то странно, игра уже довольно-таки долго уже на рынке. Более полугода и до сих пор еще вылетает. Это очень странно. Поле, без меня ячмень не взойдет! А я построил амбар и веду торговлю. Если бы не я, весь ячмень бы просто сгнил. Ячмень в твоем амбаре палит моим потом и кровью! Да. И вот за это ты получаешь долю серебра. Но себе ты берешь больше! Получаешь тысячи, а мне отдаешь пару сотен! Так и надо. Я договорился с покупателем. Выплатил налог. Столько времени на это потратил. Эй, ты, Данка, кто должен больше заработать? Тот, кто вырастил ячмень, или тот, кто его продал? Серебро нужно поделить поровну. Тот, кто гнет спину, выращивая его, тут поровну, наверное. Серебро следует делить поровну. И какой мне тогда от этого прок? Я договариваюсь, сон забываю. Он же и глаза слепому не продаст. Да без меня и ячменя бы не было! Его знают по всей Мерси и Эссексу! Из него лучшее пойло! Он моя гордость! Подвесили на теме недолюбливают друг друга. Кровь повсюду, конь стоял. Ужас! Язычники и есть язычники. Перережу гусь у горла. Пусть торт даст мне пожелать. С женами, короче, пообщаться. Так, отец, прошу, изгони Себи из этого Шира, из королевства, из самой нашей семьи, он не дитя Господня, а грешник. Короче, фигня. Во что жены? Мы превратились? Стали как звери. Ну? Во что мы превратились? Стали как звери. По отдельности можно с ним поговорить. А, какой же он жалкий. Если бы не я, он бы уже давно кормил стервятников. Вся Мерсия знает его благодаря мне. Жаль, что наши родители не хотят дружить, как раньше. Когда не было амбара, а ячмень был общий. Глупо считать, у кого чего больше. На всех хватит. А они грызутся, как псы. А ведь давно забыли, из-за чего подняли лай. Ули. Они вечно бронятся. А ведь когда-то ячмень приносил нам радость. Мы восхваляли его и его запах, купались в нем. Привет тебе. Я не знаю, что делать. Я просто полон гнева. Отдышись, выпей и берись опять за работу. Серебро не стоит разрушенной дружбы. Не выйдет! Когда кровь моя кипит, весь мир должен знать! В моих краях знают лишь один способ решить такой спор. Хольмганг. Точно! Будь он проклят! Я ему задам! Отведает он трудового кулака! Свинья!
Так, походу я против них буду драться сам. Выходи, выходи. Думаешь, я краду у тебя деньги? Это ты крадешь у меня достоинство. Если надо драться, я готов. О, да! Давай. С нами Бог! Так, надо с женами пообщаться. Во что мы превратились? Стали как звери. Жаль, что наши родители не хотят дружить, как раньше. Когда не было амбара, а ячмень был общий. Глупо считать, у кого чего больше. На всех хватит. А они грызутся, как псы. А ведь давно забыли, из-за чего подняли лай. Они вечно бронятся. А ведь когда-то ячмень приносил нам радость. Мы восхваляли его и его запах, купались в нем. Короче, я вот так вот буду дружить. Лишит их повода враждовать, иначе никак. О, Господи! Наше поместье горит! Чешется, когда какой-то злой дух хочет овладеть телом. И не шутят. Да? Подружились? Чую дым. О, нет! Нет! Дети, скажите, ваши семьи и раньше так ссорились? Да, бывало. Но, надеюсь, теперь с Клоком пришел конец. Благодаря тебе, хоть и бурный. Спасибо. Пропади он пропадом. Он нас всех перессорил. Так, сделать снимок. Красиво. Мы были так счастливы прежде. Так что может все получится лучше. Начать сначала. Наши отцы ссорились бы заново. Вечно. Прежде они хорошо жили. Теперь, может, все станет как раньше, и они не будут гнаться за богами. Тут-то. И фотография Майк. Хорошо? Хороша фотография. Так, здесь уже все расследовано. Здесь расследовано мной. Здесь расследовано. Ну, вот эти задания, они тупорылые здесь. Так, поскакать. Раз, два, три. Маски. Это я не помню, что. Ну, посмотрим, что это. Так, здесь два задания сразу. Что видишь вокруг? Я здесь уже был, наверное, камни. А, да, дамы и господа, только что был. Ха!
Тайна, слушайте, давайте по дороге определимся, что здесь. Понял, сейчас другого дерё отсюда прострелить. Отойди, ворона. Чики-пики. Так-то лучше. Так, теперь я смогу залезть туда? Ну, такой себе артефакт. Просто. Может, там что-то, конечно, есть, но... Принеси жертву 50 железная руда. Железная руда. Ну, давайте принесем. Не такая уж она и дорогая. Железная. Это не палладий, не платина. Это с тобой, что ли? Блин. Румяная крепко обнимает. Чем ты занимаешься в такой глуши? Приветствую. Я Чет Озадаченный, самый блистательный и лихой из загадочников. Хочешь потягаться со мной? Победишь, получишь пирог. За пирог я решу любую твою загадку. Голова моя кована, изранена, вся блестит. Я кладу в рот то, что дают мне. Ложка, рыба, ключ и замок. Куют железо, а рот
Это может быть замочная скважина? Ключ и замок? Чудесно! Ты так догадлива, но это не все. Видал я в таверне поющий предмет странной формы. Снизу клюв он имел, а стоял на ногах, что ходить не умели. Волынка. Волынка? Поющий предмет? Музыкальный инструмент? Мешок, который воет и поет через трубки. Волынка. Верно. Загадка непростая лишь для самых острых умов. Теперь последняя. Все накрываю пологом слез, когда шествую по земле. Деревья трясу я, с ветвей дрожащих сбиваю плоды. Так. Гроза? Дождь накрывает землю. А от грохота грома с молнией желуди падают с ветвей. Гроза? О, да ты сметливее, чем лисица! Да? Ты распутала все мои загадки! Полностью. За такое и трех пирогов мало. Увы, у меня нет ни одного. Значит, пирог — это ложь? Не сердись. Вот достойная награда за твою смекалку. Прощай, Чет. Спасибо, что развлек загадками. Посиди еще. Я много сочинил. Прощай. Прощай, чел, а не Чет. Лабиринт построил мой дед. А здесь может быть сейчас аномалия. Не люблю я грибы, ну попробуем. Прямо как. Смотрите на знаки и зажгите жаровни в нужном порядке, чтобы пройти через врата. Эк, знаки забияки. В нужном порядке зажечь. Есть мужики, а есть бабы. Мужик. Так, щит. Так, синий. Должны отличаться, там где синий, скорее всего, там будет отличаться. Синее пламя. Синие щиты, синее пламя. Пихты.
Тогда наоборот. Ну а какие еще подсказки? Ну блин, ну как тут догадаешься? Синий, синий. Я же отсюда не выйду, получается, да? Хотя можно отсюда побежать. Короче, я отсюда погнал. Ну его нафиг. Это болото к черту. На коня не могу сесть? Тогда я отсюда сам побежал. Поэтому я грибы не люблю. Хрень полная. Так, здесь... Что здесь? Церковь, церковь. А здесь? Нет, я не знаю, что. Элдермена. Это надо забрать. Нужно накинуть капюшон. Погляди, Сюнин. Сейчас посмотрим, или внутри церкви, или не внутри. Ну и что? Не хочешь прыгать дальше? Где-то под верхом какая-то штукенция, но не здесь.
Кто там что на себя берет? Dominus out. Так я же здесь был. Неужели я здесь не забрал что-то? Дневник лицемера, когда мать заставила меня посмотреть. Ну, это помню я, да. Итак, возможно, стоит заглянуть в Париж. Скоро у меня будет достаточно денег, чтобы покинуть эту дорогу и научиться. Слушайте, это отсыл к Парижу. 5 метров. А, вот слиток. Слиток не забрал. Подобрать. Найдена карта сокровищ. Все, понял. Ну, не особо я за этими сокровищами, конечно, охочусь. Там дом Элдермена. Разведай местность, Сюнин. И здесь сразу же и маска есть, ребята. Так, ну сначала за этим свитком пойду. Удачи. Очень щедро. Спасибо. На здоровье. Покажи, что впереди. Сага о Риге, страница 8. Боги говорят со мной. Масочка.
новая кожа! Это в соседнем здании. Получен. Артефактор. Верва из вашего поселения выступает посредником между богами, богами и вашим поселением. Так, где-то здесь. Маска? Маска-то где? Осмотрись вокруг. Эге. Под землей, что ли? Где? Не, так мы камень туда сейчас кинем. Прямо говорит, кинь туда камень и провалится это все. Затея. Да, я вижу, где маска. У нас статуя. Сюда. Или раз, два, три. Быстрое перемещение, и потом раз, два, три. Прыжок ниндзя. Нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Вы молитесь тут? Нам нужно победить тварь в той пещере, дьявола в людском обличии, что повелевает зверьем. Мы не раз видели, как он кормит диких зверей, говорит с ними. Ему послушны даже волки.
Точно? Вы, христиане, приписываете дьяволу все, чего не понимаете. Птицы в этом лесу беспокойны и нападают на всех. Вчера лиса схватила дитя в колыбели. Не сомневайся, в той пещере сам козлоногий. Если он не выйдет сам, мы пойдем биться до конца. Будь осторожней! Не говори с ним! Или твою душу уже не спасти! Кто живет здесь? Человек или зверь? Ты живешь с медведем. Неужто монахи были правы? Я дружу со зверями. Слышу их, они меня. Этого ранили. Хотят ранить меня. Ты приказывал зверям напасть на людей? На тех, кто обидел моих друзей. Но детей я не трогал. Ты лишь защищал тех, кого любишь. Позаботься о своем друге. А я проучу этих монахов. Не убивай! Не хочу! Напугай их! Помнишь, они боятся зверей! Напугать. Ладно, пойдем пугать. Ты убила дьявола? Ой, я не поговорил. Задание не выполнено. Короче, я его сейчас убью. Задание уже добить. Их с ним. Никакой жалости. Я не знаю, правду ли о тебе говорят, но я избавилась от тех, кто мучил тебя. Я сразила всех, кто тебя ждал. Кровь за кровь. Придут другие. Так еще хуже. Мы с Эуин уйдем отсюда. Я сделала все, что могла. Прощай и удачи. Девочка, первая. Поистине мировое событие. Кыш, медвежонок. Он проверил, правду ли я сказал или нет. Трупика нет, значит, уже поживились им. Экс. Сюда вот. Это может быть в пещере. Рядом с городом может быть задание какое-то, или, ну, вход в пещеру навряд ли. Вот с другой стороны. Или пещера. Водопад. Дождь. Пещера, вход.
По красоте, ребята. Ребята, это еще одна пещера. Сейчас будем добывать еще одну загадку. Или, может быть, здесь уже у нас меч-кладенец. Сэра Артура. Никак не подписан, между прочим. Карта пещеры вообще не подписана. Может, я уже все подсказки нашел? Так, это мне не нравится здесь. Серные газы. Нифига не видно. Уступ, как будто туда надо прыгать вниз. Тихо, что-то не так. Серные газы. Все, я понял. А ну-ка я туда факел кину. Ничего бы только не пропустить. Неужели это конец пещеры, что не подписано никак? Ну, конец, я имею в виду, здесь где-то я меч достану. Какие сюрпризы ждут меня здесь? Род Брана, скупца, пришедшего с севера, здесь покоится жаждущий великан, который до сих пор хочет пить. Утоли его жажду 10-кратно и получишь его драгоценный рог. Рог. Драгоценный рог. Вот.
утоли его жажду. Похоже на старый погреб. Пахнет прокисшим вином. Утоли его жажду. Бочки еще полны? Так, снизу сейчас достанем. Колодец. Я вижу что-то внизу. Но дотянуться точно не смогу. Утолить жажду? Ну, значит, стрелять по бочкам сейчас что? Сработает, наверное. Утолить жажду. Вот и подсказка, короче. Берем стрелы. Ну и стреляем. Утолим жажду. Оно туда не польется и всплывет. Всплывет. Сейчас делаем. Нам бы побольше стрел. Колодец наполнился вином, и сокровище всплыло. Теперь можно достать. Рог. Выглядит дорого. Неплохая находка. Рог. Так, загадочная табличка с рогом. Значит, здесь меча еще нет. До сих пор еще таблички. Вообще не знаю, нужен ли мне этот меч. Ну, я его себе в коллекцию добуду, Эскалибур. Но нужен ли он мне? Я с ним драться особо-то и не хочу. Вот два копья — это имбовое оружие. Имба. Я изнемогаю от ожидания. Когда же он придет? Я кое-что знаю о любви. Правда? Или слышишь звон моего серебра? А это важно? Нет. Ведь теперь даже детишки здесь называют меня старой девой и ведьмой. Так тебе нужна защита от детишек? Хватит презрения. Мы с возлюбленным обвенчались в тайне. Но его отец против нашего союза. Ты похитишь мою любовь у всех на виду. Его дом недалеко, среди красных цветов. Постой-ка, похищу? У моего возлюбленного рыжие волосы, и не убей его отца. Негоже портить праздник. Приготовлю похитить ему курицу или похлебку. Что лучше? Похищать я никого не хочу. Лети же. В этом доме похищать. Ну, давай, короче, в этот дом. Быстро сбегаем, посмотрим. Если там никого не будет, то поскакал я отсюда.
дом среди красных цветов. Верно, ее возлюбленный там. Да. Ну и... Сюнин, веди. Рыжий. Так, а где его здесь нет? Так, в общем, это долго искать его здесь, скорее всего, но нафиг. Переместиться сюда, посмотреть, что здесь, и завершить эту уже область. Мелдун с электро быстрого доступа. Перим-перим-перим-пам. Мощь 160 здесь. Здесь, где мощь 160, здесь неплохо можно прибарахлиться. Так, глянуть. Посмотрим, что здесь в сундучке будет. Колодца. Что-то не получится. Ладно. Тогда попробую так. Да блин. Гневная жалоба. Может, в здании где-то вход? Ёшкин-то? Кошкин. Капец. Короче, не хочу здесь долго искать. Это будет долго. Ну, реально найти, но долго. Франсуа Лазен. Может, даже слева дом. Подземелье где-то вход. Прошу, любовь моя, прости. Будем драться? Я не могу есть, не могу спать. С кем ты говоришь? Здесь никого нет. Мы теперь вместе, родная. Ты всегда со мной.
шепчешь мне на ухо, будто легкий ветерок. Откуда доносятся эти завывания? Будто сами стены рыдают от горя. Что-то с этим человеком нечисто. Твоя кожа была бледнее тумана, роса. Что ты видишь? Твоя кожа была бледнее тумана. Нет, так, может, ему надо вот здесь что-то видеть? Ты дохнула на нити, и они порвались. Ее нет. Будем драться? Прах и кости, прах и кости. Твоя совесть нечиста. Она воняет сильнее гниющей плоти. Слава безумца. Я слышал, как ты скреб... Ай, там, он убил возлюбленную? Значит, совесть свела его с ума. Банши. Деденьки. Поскакали или быстро переместимся? Быстро переместимся и оттуда уже поскачем. Сократим дорогу. Рыбака из вашего поселения интересует рыба Англии. Ну, понятное дело, что рыбака рыба интересует. Назначено? Назначено. Разойдись, босоногая шалопа. Кыш, 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 кыш. Благодарные невежды. Поэзия, пища души. А я? Ее повар. Зачем тебя связали? Всего лишь результат легкого недопонимания. Позволь узнать твое имя. Избавительница. Эй, вы из клана Ворона. Теперь ты свободна, так что ступай куда хочешь. Постой. Разреши спросить. Этот медовый голос. Это мощь в каждом движении. Ты воительница, так? Да. Одинокий парус, бороздящий море невзгод. Чу. Что это на горизонте? Приключения! Я... Нас свели сами звезды! Я увеселительница Асвик Сладкозвучная. Слышала про меня? No. Неважно. Отныне ты моя муза. Я пойду с тобой и опишу твои подвиги в стихах. Когда беды раздастся... Со мной? Эйвор оцепенеет просто! Покажи. Так, что-то наверху есть. Эйвор уже не остановить! Просто невиданная прыть! Эйвор над землей будто дома! Это честь, что я с ней знакома! Так стихов не выйдет, Эйвор. Сделай что-нибудь, что угодно. На косточках опять. Будто ей на все на... Наплевать. Я никогда бы так не смогла. Несется Эйвор, как стрела. Когда беды раздастся поступь, Эйвор оцепенеет просто. Расправь крылья, Сюнин. Эйвор
уже не остановить! Просто не видно! Беги за мной, окей. Последняя точка на этом островке. Let's go. Так, стихов не выйдет, Эйвор. Сделай что-нибудь. Что угодно. Слушайте, куда ты залезла, а? Ну вот куда ты залезла? Эйвор бросилась сражаться. Все, теперь конец вам, брат. О, пошла жара. Песня закончена. Я никогда бы так не смогла. Несется Эйвор, как стрел. Все, перестань ходить за мной. Ни в коем случае. Ведь благодаря тебе я пригубила из чаши вдохновения. Ты теперь кабан вся моя жизнь. Идет. Ступай себе. Жалкие гроши. Но нифига отказываться себе не стану. Жалко. Асвик, сегодня ты заработала на хлеб и молоко. Что за день? Спасибо. 33 монеты уходи, серебра. Молю. Эйвор храбро бежала, бежала. Пятка не сверкала. Я что-то чувствую. В воздухе витает зло. Если меня узнают, будет плохо. Чудесная девочка. Ты, конечно, ты. Скоро сделаешь пап. Милая свинка. Свинка? Вот ты дурачина. Леди Троттерс моя гордость и краса. Побольше уважения. Оставит вас наедине? О, да. Но вовсе не по каким-то там низменным причинам. Твоя вонь сбивает с толку ее деликатный нос. А многим нравится. Так она ищет грибы? Я слыхала о таком. Грибы? Фе. Она чует клады. Неужто? В округе их полно, и леди Троттерс их находит. Вот, поймала след, пойдем покажу. Давай, солнышко, найдешь что-нибудь ценное, получишь на ужин цел. Лети, Сюнин. Ну и где клад? Где клад? Давай, солнышко. Найдешь что-нибудь ценное, получишь на ужин сладких ягод. Трюфеля разве что она может найти. А ну, копай. Трюфель нашла? Ну, подовод трюфель. Фу, опять грязные чулки. Их разбрасывают бандиты, а леди идет на эту вонь. Все зря. Пойду посплю. Если леди убежит, иди за ней. Что найдет, поделим. И чулки эти забирай. Промокший ботинок. Ну, леди, найди мне что-нибудь дорогое. Thank you.
А? А? Да, вот это сокровище! Леди Троттерс, ты лучший из свиней! Да, леди Троттерс, беги будто от Фенрира! Подожди. Теперь будут назад возвращаться? Так, третья точка. Ну, вторая наша. Первую точку не считаем. Или пусть будет третья. С тобой не смог бы тягаться даже Гуленбурсти, золотой кабан Фрейра. Тебя тоже сделали гномы? Мне бы пригодилась умница вроде тебя. И может мне возвращаться надо все-таки уже? Кому чувачку? Не бойся их, леди! Никому ее не убивать! Ее жизнь дороже всех ваших! Так, куда-то привела меня. Отдай свинью! Свинью отдать? Не отдашь по-хорошему, тебе конец! Убейте тупицу! Хватай свинью! Озолотимся! Сейчас ты умрешь! Все, спасли свинью с мировым носом. С мировым носом. Ученика. Два очочка. Так, здесь что? Завершающий выстрел комбо. Адреналин за скрытность. Срочное наведение. Держите ЛТ, чтобы быстро прицелиться и только что заметившего вас врага. Интересная штука. Итого я здесь уже эту область завершил. Круто, я здесь завершил. Итого сколько мне еще? 1, 2, 3. Слушайте, ну нормально. Я думаю, за 2 видоса я успею. Вот здесь быстро за один пройти. Может, а может и не быстро. Я потом вернусь сюда. Ребята, на этом видосике я заканчиваю. Продолжать буду уже в следующем видосике. Не забывайте про лайкосы. Увидимся. Всем пока.